Всем привет! Меня зовут Андрей Хорев. Меня зовут Максим Мельников. Мы вдвоем создатели канала «Футбол – это жизнь». И сегодня мы решили с Максимом вместе создать товарищеский турнир по киберфутболу в городе Барнауле. Пятеро наших друзей. Говори, кто это? Святослав Петраков, Полина Сироткина и Юля Лобанова. Ну и мы вдвоем. Да. Мы выбрали 5 клубов, за которых хотели бы увидеть в этом турнире, и за которых мы, скорее всего, и будем играть. Итак, сейчас у нас здесь жеребьевка с вами этого турнира. Здесь у нас игроки, которые будут их никнеймы. Здесь клубы. Итак, поехали. Давай, Максим, ты начинай. Твоя первая жеребьевка. И первый игрок, который будет, и это наша подруга Полина, ее никнейм Флора. Итак, убираем. Теперь за какой клуб будет Полина играть? Итак, Лион. Полине повезло, она и выбирала за Лион. Вот, все честно, Полина, Лион. Итак, теперь я выбираю следующего нашего игрока. Вот он. Это подруга наша Юля, у нее никнейм Юля Топ. Вот, и теперь за какой клуб она будет играть? За вот этот вот. И это команда Боруссия Мёнхенгладбах, за которую выбирал Святослав. Он хотел за нее играть, но Юле повезло. Итак, Максим теперь выбирает. Так. А вот как раз и наш друг Святослав Петраков, у него никнейм Свят04. И сейчас мы узнаем, за какой клуб будет играть Святослав. Так. Святослав будет играть за Челси. Это мой клуб, который я решил выбрать. Итак, сейчас остался. Ну, мы с Максимом остались сейчас. Узнаем, давайте вот этот может. Да, это Святослав. Ой, Максим, извиняюсь. Вот, Максим. Максим 456. Сейчас мы узнаем, за какой клуб будет играть Максим. Осталось у нас Атлетико Мадрид и Рома. Рому, кстати, Максим и выбирал. Максим будет играть за Атлетико Мадрид. Ну, давайте, раз все так останется, все, я играю, получается, за Рому. Вот мой никнейм. И остается у нас единственная команда в нашей жеребьевке, это Рома. Ну что же, жеребьевка закончилась, регламент будет такой. 5 клубов в одной группе, играют с каждой командой по одному разу, выходят 4 лучшие команды. В плей-офф попадают, первая играет команда против третьей строчки, вторая против четвертой. Ну вот, Полина, у нее команда Лион, у Юли Боруссия Мёнхенгладбах, у Святослава Челси, у Максима Атлетико Мадрид и у меня Рома. Ну что же, на этом, пожалуй, все. Также сегодня уже стартует этот турнир. Мы с Максимом открываем его. Ну вот, матч открытия такой и будет. Атлетико Мадрид-Рома. Также будет открытие происходить на испанском стадионе. Мы еще пока не выбрали, но финал вы голосовали в группе ВКонтакте. Это Сантьяго Барнабео. С вами был Андрей Хорев. Максим Ильин. До новых встреч, друзья. До свидания. До свидания.